Приветствуем всех любителей охоты, на связи оружейный салон и кольчуга. И сегодня у нас на обзоре Беретта 694 Sporting, который поставляет вот в таком красивом серебряном кейсе. Давайте его откроем, посмотрим, что находится внутри. Внутри нас встречает, конечно же, само ружье. 5 чоков дополнительных, то есть дульных сужений. Далее есть инструмент для того, чтобы регулировать силу нажатия на спусковой крючок. Находится вот здесь. И также есть дополнительный затыльник. То, что можно было поменять, в зависимости от того, насколько он будет удобнее во время использования самого ружья. Ну, а с характеристиками данной модели прямо сейчас вы можете ознакомиться на ваших экранах. Вообще, данная модель является обновленной версии 692 Sporting. И данную модель Беретта начали выпускать после того, как довольно немало провели времени с Беретта Sport Team. Это команда, которую Беретта создали еще где-то в начале 1980-х, которая представляет из себя команду чуть ли не самых лучших спортивных стрелков в мире. Вот мы собрали данное ружье, и давайте перейдем непосредственно к самому стволу у данной модели. Сделан он здесь, как и в классике Беретта, по методу холодной ковки. Давайте немного расскажу, что это такое, для тех, кто не знает. Берется металлическая заготовка, надевается на такой ствольный профиль и начинают обстукивать ее со всех сторон, пока внутри она не примет нужную форму ствола. После чего, конечно, она дорабатывается, обрабатывается и получается такой идеально ровный ствол. Модель, которая представлена сейчас в видео, она идет в калибре 12.76, в целом, как и классика в спортивных дисциплинах. Официальный релиз данной модели произошел в 2019 году. Беретта именно тогда его показала впервые в Европе. Далее, давайте я возьму данную модель в руки. Это довольно тяжелое ружье. Оно весит почти 4 килограмма. Поэтому оно сделано в целом исключительно для спортивных дисциплин, так как пойти на охоту куда-нибудь в поход с этим ружьем, ну, будет тяжеловато. Здесь также стоят эжекторы, так как это спортивное ружье, не экстракторы. Довольно плавный и приятный ход спускового крючка. Мягкий, удобный затыльник, есть предохранитель с двумя режимами. В целом все довольно стандартно для спортивных ружей. Здесь одеваются выносные чоки, поэтому их удобно регулировать, смотреть, насколько хорошо они накручены. Это довольно полезно для спортивных дисциплин, спортсмены часто этим пользуются. Дальше, если переходить к планке, она здесь довольно широкая, это расширенная планка, более широкая, чем стоит на стандартном оружии, там, допустим, тех же Беретта. Есть промежуточная мушка, что делает еще удобнее открытое его прицельное приспособление. Также стоит отметить, что здесь вентилируемая полка межствольная, которая позволяет быстрее охлаждаться стволам, что делает жизнь стволов более долговечной. Данная модель является хорошим примером отличного ружья для спортинга, где компания, которая его производит, бережно позаботилась о своих клиентах, продумала все до мелочей и сделала удобство на максимальном уровне. И это не пустые слова, ведь так как данная модель существует с 2019 года, все это подкрепляется отзывами покупателей. Ну и также, конечно, стоит упомянуть, куда без этого, вы можете приобрести у нас в салонах наушники и очки для спортивной стрельбы, которые также от компании Беретта. Также у нас есть патроны спортивные, которые подойдут отлично к данной модели. Ну и в принципе ознакомиться с данной моделью, с ее другими видами или с другими вообще моделями от Беретта, вы можете на нашем сайте. Ссылка на все будет в описании под этим видео. Ну а на этом у нас все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и продвигайте охоту в массы.